Дубовская застава, улица Муромская. Сегодня заливаем еще один фундамент. Здесь у нас арматура в две жилы вверху, две жилы внизу. Арматура у нас 10-я. Заливаем бетон марки 200. Весь фундамент, соответственно, заливаем одним днем. Заливаем под все перегородки. Вот у нас внутренние стены. Мы их заливаем 30 сантиметров шириной. И 80 сантиметров у нас здесь глубина. Это внутренние перегородки. Наружнее у нас 1,20 м глубина и 40 сантиметров ширина. Здесь у нас дом будет, стоимость его с отделкой под ключ и благоустройством, 6 800 000. В этом доме у нас 3 изолированные спальни, 2 санузла. Один санузел с ванной, второй санузел будет с душевой кабиной. Отдельно гостиная большая с витражным окном. Отдельно кухня, кухня с дверью. Из кухни большое витражное окно, выход на террасу. Терраса будет у нас крытая. Ну, из террасы, соответственно, выход в огород. Сейчас покажу. Здесь у нас... Вот она, улица Муромская. Все дома, собственно, здесь вот мы строим. Внешне будет дом один в один, как вот этот, соседний. Единственное, он на 5 квадратных метров меньше. 5-6. Участок самый получается ближайший. Вот как мы заезжаем на Муромскую, там все застроено. И вот где новые застройки начинаются, у нас это первый участок здесь. Еще раз повторюсь, дом будет сдаваться. Забор со всех сторон. Благоустройство, тротуарная плитка впереди дома. Заход, заезд для автомобиля, отмостка вокруг дома. Будем завозить сюда чернозем, разрабатывать огород. То есть все будет полностью под ключ. Ну и внутри будет напольное покрытие, ламинат, керамогранит, обои, двери, натяжные потолки. Будут установлены двери, сантехника и подключены все коммуникации. То есть это газ, свет, вода и канализация. Пока этот дом у нас еще не продан. Стоимость его будет 6 800. Вот соседний здесь у нас 7 200. Этот дом немного побольше. Вот эти 5-6 квадратов разницы и... В деньгах получается будет существенно. Вот этот дом мы тоже будем немножко по-другому делать. Опять серый цвет сейчас в тренде. То есть будем тоже его в серых тонах делать. Вроде погода у нас только наладилась. И снова вот начинается дождь. Никак нам не дают работать. Ну, вроде смотрим, с завтрашнего дня уже... Должно быть все хорошо. Вроде как солнышко везде. Сейчас покажу еще один здесь участок. Дом, который вот человек на этапе строительства у нас определился. Там сейчас он у нас дозаказал баню отдельно стоящую. Сейчас ребята вот как раз фундамент под баню копают. Сейчас покажу. Да, вот на каждом участке у нас, я не знаю, обратили внимание, не обратили. Везде вот так идет мусорка отдельно. Ребята сразу сколотили. И ничего, никакие пакеты, такое, ничего здесь по территории не летает. Когда заходишь, а там хламовник какой-то. У нас всегда везде порядок. И вот здесь в огороде хозяин заказал баню. Ну, вот толщина стен здесь тоже будет у него на 40. Также будет блок, утеплитель, кирпич. То есть конструкция будет такая же, как на самом доме.